В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Бизнес за счет чужого здоровья. Жители села Сабнова Дербенского района уже не первый год жалуются на кучу бетонной пыли, оседающей в их домах. В чем причина? Смотрите в выпуске. Без шанса выжить. В Ногайском районе во время грозы погиб пастух и вместе с ним стадо баранов. Героический поступок на святой земле. Аида Абдурахманова, врач скорой помощи в Бештинской больнице, спасла годовалого ребенка из Африки. Новые победы в новом дивизионе. На главной площади Махачкалы чествовали столичную футбольную команду «Динамо». Более 28 тонн табачной продукции, удостоверения сотрудников правоохранительных органов, деньги в иностранной валюте и предметы роскоши. Все это изъяли в ходе обысков по месту жительства сотрудников табачной компании в Дагестане и в нелегальных цехах организации. Проверки прошли в рамках уголовного дела о неуплате организации таможенных платежей, в том числе налогов и акцизов при ввозе сырья в Россию на сумму около 120 миллионов рублей. Рассматривается вопрос об обращении изъятого имущества и денежных средств в пользу государства. В Ногайском районе во время грозы погиб пастух и вместе с ним стадо баранов. Житель села Шумлиолик пас свой скот, когда началась непогода. Сообщается, что мужчина разговаривал по телефону, возможно, это и стало причиной трагедии. В какой-то момент ударила молния и поразила 37-летнего чабана. Также погибла и вся его отара овец, более 50 штук. Вместе с ним была и его дочь, которая осталась чудом жива. Жители села Сабнова Дербенского района уже не первый год жалуются на тучи бетонной пыли, оседающие в их домах. Предприятие по производству тротуарных плиток и фасовочный цех строительных материалов расположились в центре густонаселенного квартала. Работают сотрудники предприятия зачастую до глубокой ночи и без выходных. Постоянный шум от спецтехники и выбросов буквально травят всю округу. Но страдают не только люди. Моя коллега Сария Магомедова продолжит. Арсен Магомедов в селе Сабнова дом построил, но делать ремонт в нем и заселяться не спешит. Постоянный шум от работы спецтехники и пыль тому причины. Мужчина говорит, вместе с соседями он не раз обращался в различные инстанции, от администрации Дербенского района до правоохранителей. Толку нет. Строиться мы начали где-то 10 лет назад, а это все началось где-то уже лет 5-6. Из-за этого я вообще не хотел сюда переезжать. Я думаю, это, наверное, очень надолго будет. Даже и участкового приводил я сюда, лично мы приезжали, разговаривали, он сказал, проблему решим. Вот так проблема до сих пор решается. Квартал густонаселенный, и от деятельности производственных предприятий здесь страдают все. Взрослые жалуются еще и на серьезные проблемы со здоровьем. Люди в отчаянии. Смысла нет. С ними ругаться не хотим, наши соседи как-никак. Ну, если хотят жить как соседи, пускай здесь чуть сделают порядок. Неужели сами они не видят? Приезжают здесь люди взрослые, дети ходят, все это, все бардак. Когда закончится, не знаю. Кому обращаться, не знаю. Все это, все химия же. Это вся звездка, все это химия. Астматик, взрослая женщина. Местные жители давно уже не дышат здесь чистым воздухом. И это не единственная проблема. Рабочие захламили дорогу строительными материалами, и проезжать на машине попросту неудобно. Но бизнес душит не только людей. Рядом расположена гостиница, сотрудники и постояльцы которой также испытывают массу неудобств. Этот цех, в общем, губит наш бизнес. Слышите, какой шум? И вот сидят у нас люди в беседке, невозможно просто сидеть и общаться даже друг с другом. Это одна из причин того, что вот люди не хотят уже заселяться, потому что люди хотят открыть окно, сидеть, отдыхать на балкончике, наблюдать, смотреть на горы, да, на море. А тут такая вот картина, этот шум, эта пыль. А стоит гостиница в Сабнове с советских времен. На это лето нет заполненности даже на 50%. Гид по Дагестану Анна признается, от ее туристов часто поступают жалобы. Единственная проблема, которой обращаются ко мне постояльцы, это шум. Сейчас вот хорошо дождик, сейчас немножко пыль прибилась, а когда жаркая солнечная погода, то зачастую отсюда, конечно, в окна летит пыль.
Сказать, насколько вредны эти выбросы, сложно. Экспертизы никто не проводил. Люди все же надеются, что ответственные структуры исследуют воздух на загрязненность и проведут, наконец, масштабные проверки на производствах. Тем временем в администрации Дербентского района нам сообщили, для решения проблемы создана рабочая группа, которая уже обратилась в правоохранительные органы. Полтора месяца назад к нам с письменной жалобой на предприятие по производству тротуарных плиток и фасовочный цех строительных материалов обратились местные жители. Они указали на несоблюдение режима тишины, а также на шум, пыль и грязь от деятельности организации. Была создана рабочая группа, которая выехала на место и побеседовала с руководством цехов. Их устно предупредили о том, чтобы они устранили все нарушения, однако никаких изменений не произошло. Поэтому администрация района обратилась с заявлением в правоохранительные органы. У предприятия и цеха есть все необходимые документы на ведение своей деятельности. Однако, каким образом они были выданы, еще один вопрос, в котором предстоит разобраться правоохранителям. И только время покажет, как и когда решится эта проблема. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, новости ННТ, Дербентский район. Продолжается строительство водовода Черкеи-Махачкала-Каспийск. Специалисты подрядной организации уже уложили 12 километров труб и построили 8 камер. Новая магистраль протянется от Черкейского водохранилища по 5 муниципальным районам – Буйнакскому, Кумтаркалинскому, Карабудахкенскому, а также затронет города Махачкала и Каспийск. На объекте задействовано 140 специалистов и около 120 единиц техники, в том числе бульдозеры, экскаваторы и другое оборудование. Напомним, что реализация крупнейшего на Северном Кавказе проекта проводится в Дагестане благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту. Его ввод обеспечит надежным водоснабжением около 900 тысяч жителей республики. Дагестанская паломница совершила героический поступок на святых землях. Аида Абдурахманова, врач скорой медицинской помощи Бештинской центральной районной больницы, спасла годовалого ребенка из Африки. Дитя задыхалось, а мама и оказавшиеся рядом люди не могли помочь. Мы направлялись в сторону Каабе, мы были в Мина делать таваф, и в дороге увидели толпу и крики. А когда мы подошли, увидели женщину, которая держала ребенка на руках, и ребенок был весь синий, задыхался ребенок. Естественно, я как врач не осталась на стороне, забрала ребенка у матери и начала оказывать первую помощь. Ребенок в пене и без признаков жизни. А тут рядом с нами была наш врач. Резко схватила этого ребенка, и как она что делала, даже я не успел соображать. Ребенок начал дышать. Поступок Аиды отметил гендиректор компании «Марва» Булат Курбанов. В Мекке он встретился с паломницей и подарил путевку в Умра. От нас, от всех, от руководства компании, да, от каждого, я думаю, паломника вам большая благодарность. Я знаю, что, тем более, вы первый раз в хаджи, когда человек побывал в хаджи, побывал здесь, возвращается, через какое-то время у него бывает ностальгия. Да, уже ностальгия. Сердце у меня тянет обратно, да. Поэтому обратно вы сможете сюда вернуться на Умра, иншалла. На Умра. Мы хотим вам такой сделать небольшой, как сказать, как знак благодарности за ваш поступок, знак того, что мы ценим. Спасибо. Подарите вам Умра. Я сама в шоке от этого. Я не ожидала такого. Новые победы в новом дивизионе. На главной площади Махачкалы чествовали столичную футбольную команду «Динамо». Дагестанский клуб со второго места в первой лиге решил задачу выхода в элиту российского футбола. Игрокам и тренерам вручили серебряные медали. Яркую атмосферу праздника создавали развлечения и флешмоб в виде динамовского ромбика. Клуб, возрожденный в 2021 году, на третий сезон пробился в премьер-лигу. Теперь перед амбициозной командой новые большие цели. Прежде всего я советую не бояться никого, вообще не стесняться. Там такие же люди, как и мы. Вот. Мы спокойно сможем там играть, я уверен в этом. Честно сказать, не ожидали такого прям. Знаете, люди пришли бы поддержать. Спасибо нашему главе, то, что вот это все организовали. Вот нам очень приятно. Вот теперь мы в премьер-лиге. Будем там стараться добиваться результата. Разделить радость выхода в РПЛ с футболистами пришли первые лица республики, спонсоры и партнеры, а также несколько сотен болельщиков.
Команде желали удачи в играх с сильнейшими клубами страны. Новый сезон премьер-лиги стартует через месяц. Проявив высочайшее мастерство, волю к победе и настоящий спортивный характер, своей игрой вы сделали долгожданный подарок для многих любителей футбола в Дагестане. Здесь правильно говорили мудрые люди, что если бы не было вашей поддержки, если бы не было в этих тяжелых последних играх, где играли против нас ребята очень квалифицированные, нам очень крайне сложно было бы выиграть. А выиграли вместе. Вместе выиграли и вместе будем всегда. Верно я говорю? Ну вот так. Спасибо вам большое. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.